Доброго времени суток всем. Всем привет. И мы продолжаем играть в Borderlands. Ну-ка, еще разок. Borderlands. Еще разок. Borderlands. Молодец. Издеваешься, да? Нет, ни капельки. Сейчас вот как? Не надо. Хорошо. Куда-то. А как здесь проехать-то? Там ящик был. Где? В домике. А, застрял. Да, посмотрим. Можешь сидеть, я сейчас гляну внутри. Давай, посижу. А вдруг там что-нибудь вкусное будет, ты его заберешь и... Ага, я тебе не дам. И не дашь мне. Ну, скорее всего, патроны просто. Да. Ну да, в таких ящиках только патроны. Помойте, может быть, что-нибудь вкусное будет, но... 23 бакса. 23 бакса тоже неплохо. Вот видишь, я заодно нашел, где проехать. Ага. Я не думал, что я там проеду. Вот сюда куда-то. О, робот. Ну, он нормальный. Кто-то нападает? Что за звуки нападает? Такие? А, да. Вон они. Кто где? Да вон они. Скифиды. Хотя, может быть, их и можно было и не трогать, честно говоря. Мочи. Ой, я обожаю свою пушку. Я стою, она стреляет. Тебя тоже обожаю. Стою, а ты стреляешь. Я, короче, думаю, нафиг эту реданскую хрень. Лучше свою родную, в чем уверен. Старинки. Очень уж долго она перезаряжается, знаешь. Нахрен ваши инопланетные технологии, короче. Ну, по крайней мере, эту технологию нахрен. Сейчас еще на вышку залезу. Нам с треплом поговорить надо. Ну, сейчас на вышку залезу, еще гляну, что тут. Что-то мост поднят. Там есть поднят, на это, на винтовку, на мою? Да. Угу. Правда, один всего. Ну, пофигу. А, мне не надо, у тебя же твоя способность меня восстановила все. О, видишь, какой я полезный. Да кто говорил, что ты бесполезный? Ну... Агнат, она не восстанавливает, да? Моему ДНК дали разрешение вход в класс А. А моему? Твоему тоже, наверное, дали. Ага! Подожди, она опускается, наверное. Я просто такой прикольный. Прикольно. Держи себя в руках. Все, можно не держать. Нет, ну я чё. Данный мой инструмент свидетельствует о том, что мы можем найти еще один фрагмент ключа от укрытия в мусорном побережье. К сожалению, на твоем пути стоят обитатели... Господи. Не понял. Она какая-то психованная. Мне показалось. Я же говорила, Андуль. Сейчас аптечка тебе не нужна. Ну и... Хоть сказал бы, что за аптечкой. Я за патронами. Я смотрю, ты вылазит. Думаю, наверное, остановка. О, как. Аванпост. Почекайся. Так, опять магазины. Ха-ха-ха. Дипхоз. Дип 30 ХС. Прочный термальный щит. 485. Охренеть. Устойчивость к огню. Ну да, зато емкость какая. Команда с модификатор класса солдат. Дробовик, трест, темп стрельбы. Вот фигня. Так, что там еще есть? Стандартный исцеляющий, 298 урона. Фигня. Ничего, короче, интересного я тут не вижу. Этот револьвер, я так понимаю, можно продать уже. У меня есть другой. Я вот все-таки насчет этой реданской винтовки не знаю. Может, я ее просто не поняла. Может быть. Когда еще такая выпадет? Пусть пока валяется.
Вполне возможно, у нее какие-нибудь апгрейды будут навешиваться потом. Не знаю. Мне нравится этот щит. 485 брони. Дополнительно. Ладно, не буду. Без зарядки на здоровье как-то совсем тоскливо. Так, поехали. А чё? Залезай. Все хорошо. Так. А-а-а. Какая там фигня опять лезет? Скифида. Опять под ноги, ой, под колеса сейчас будут лезть. Ну, если догонит, то бросится. Ой, я не туда куда-то уехал, слушай. Ну, значит, догонит. Не, да... Да ё-моё! Ты прикольный. Не, слушай, машина немножко коцается от этого. Вот. Вот-вот. Понятно, нам сюда. Куда сюда? Ну, пока просто покататься надо взад-вперед. Прикольно. Видишь, я по прямой еду, а не сами лез. Почти по прямой. Не заносит просто. Все, накатался? Ну, вроде. Сейчас денежки заберу. Кто это их тут накидал? Почти по 90. 60 и 90 долларов. Ты куда вообще убежал-то? Ну, вот здесь, в проем. А, так нам надо туда идти по квесту. Ну, да, 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 да. И молчит, главное. Спрашиваю же. Нет, молчит. Что спрашиваешь? Проехали. Я был занят давлением пауков. А-а-а. Да не на меня прыгают. Сколько кто-то еще? А, зажали. Ой. Так. А вот и не так. То еще. Смотри, здесь прямо какая-то база даже наверху. Я смотрю. Открывается или нет? Вот этот. А, нет. Фейковый. Ящик. О, это не фейковый. Тут для автомата и для револьвера патроны. О, а ты кто? Это Тейлор Коббаба. Так, говорю. 5000 долларов дал. И 3000 опыта. 3500. Джейнстаун, братская любовь. Задание. Убей Джейниса Кобба в Джейнстауне. Мой брат Джейнис, глава Джейнтауна. И он превратил это место в прибежище мерзавцев и подонков. Но не всегда было так. Раньше в этом городе жили хорошие люди. Но эти головорезы всех выгнали. Когда я стал протестовать, он изгнал меня. Представь себе, мой брат. Так быть не должно. Люди этого города служат большего. Пора сместить Джейниса с его должности насильственным путем. Вы его сместите, а я займу его место. Ну да. Примерно так. Перевожу. Да, да. Именно так и будет. В этой игре... По-другому не бывает. Да. Мы в этом уже убедились неоднократно. Все, что не делается, все делается для кого-то. Но только не для нас. С корыстными целями. Ну да. О, трепло. Трепло. Что скажет? Какой-то он хитрый. Навороченный, без белой у него сзади. Или это в нем торчит? Да нет, это он, нет, есть это такой... его устройство, да, наверное. Какой-то панкообразный.
Фига. Нифига себе. Фига. Она зафакал. Офигеть. Неправильно какое-то трепло. Ну мы тебя научим жизни. Сейчас мы кобы там нагнем. Слушай, а как нам попасть сюда? Если он нас не пускает. А по квесту ничего не написано, да? Да, посмотрим. Да нет. О, вообще сзади где-то почему-то квест горит. А, то есть это где-то в обход надо зайти? Странно. Ну, похоже, что да. Пойдем. А? Деловая плюшка, блин. Ага. Смотри, еще одна плоть. Или что там, я не помню. Кусок мяса, короче. Пришел тут. Железяка. Фигово. Такой распальцовода есть. Ага. А, ну тут вон еще забор там какой-то. Подъем какой-то. По этой трубе, что ли, надо будет пройти? Не-не-не, не думаю. Хотя все может быть, конечно. Троны. А-а-а. Ага. Хоп. А, мне, я ничего не могу взять, у меня все по полной. То есть ты расстроен из-за этого? Немножко. О, смотри-ка. Ага. Сейчас мы на них нападем сзади. Вон, смотри. Сколько их там. А! Он меня опять почти твою немножко увидел. Попу заметили. Но я не знал, что у меня попа такая большая. Давай уже кого-нибудь стреляй. Окей. Сейчас погоди. Хотя нет, огненный. А, получите. Фига, они топорики кидают. А, ну да. Они у него еще и самонаводящиеся, что ли? Да нет. Хотя да. Да блин, так нечестно топорики так далеко кидать. А кто меня сзади там? Это не сзади. Слушай, да, от них не увернуться. Я всегда думал, что от них можно увернуться нормально. Есть. Прикольно, так бежит, горит. Ага. Есть. Так нечестно. Все? Нет, вон там кто-то еще один. Внизу, ага. Есть. Вон там еще двое. Угу, вижу. Только я не вижу, где они стоят. Топорики летят. А-а-а. Так, надо пистолет поставить. С прицелом. Я так не могу. Собака. Взял, сдвинулся. Где мой? Ядовитый. Вот он. А-а-а! Ну нифига себе. Сейчас догорит. Ты где? Я умираю. А ты где? Тебя даже не буду спрашивать, где ты, я и так понял. Добьешь его, что преснуться? Не, я не умру. А то есть можно убивать его? Да, 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 убивай. Вот же косой. О. Я просто подскользнулся. Он сидит. Пакость. Так, еще где-то один. Где-то там. Вон он. Ну, ты умрешь, блин. А, это Джейни Скоп, слушай. Да? Ну да. Где он там? Все, что-то горит. Ага. Есть. Свистнул бы раньше, быстрее бы пришла. Кто свистнул? Ну, сказал бы, что там уже босса бьешь. Да откуда я знал? Я по нему стреляю, потом прочитал, кто это. Че у него?
86, 68 урон, война у тебя в крови, емкость. Там стрельба. Ну, неплохая штучка, в принципе. А что это? А, автомат? Угу. Да ладно. Че хорошего там? Поткнулся. Ну, точнее. Тебе молниевый дробовик, я так понимаю, не нужен, да? Не особо. У меня есть, по-моему, даже что-то молниевое. А! Что такое? Да ничего, мы тут деремся. Кем? Просто. Да ё-моё! Ой. Ой, я жил. А-а-а. Откуда они повылезали-то, я не понял. Я, наверное, согрела. Как? Стрельнула. Кто в меня стреляет, не пойму. Откуда? Сверху. А, вон нас! Котинка. Ну-ка, сейчас затестим новую штуку. Ну ё-моё. Где он? Где кто-то еще стреляет, я четко слышу. Ох, сколько их тут еще. Так. А-а-а. Косяна какая-то. Кто? Ну, винтовка эта. Мясорубка. Которую нашел. Нафиг, она мне не нравится. Чё? Вроде все. Да что ж такое? Сейчас... А с него больше ничего не упало, что ли? Какой-то он не недобосс. Да. С него упало только это... Фигнюшка для меня. Все. Так. Что там такое? Amazing. Да не то чтобы такое. Какое, вообще никакое, я бы сказала. Такое на продажу. Ну да. Не. Есть место? Ну есть, но неохота. Окей. А у тебя щит регенит, да? Что-то я смотрю, мало хп. Мало регенит, да. Как-то мало. Медленно, я бы сказал. Что-то как-то у них тут не густо в городе. В плане. Ну как-то. Пограбить даже нечего. Да? Не, ну как не густо? Мы их пограбили, в общем-то. О, синие гранаты, лягушки. 66 урон. О, господи. Не пугайся так. Да я сама напугалась. Они, по-моему, тоже напугали. Так. И тут такая дверь открывается. Как выскочили. А это местный прикол. Опа. Что там, что там? Ты там так прям... А, ну, видимо, что-то хорошее нас сразу хватило. Корозийная винтовка. Правда, на два, но... Ну и ладно. Ну ладно, да. А я гранат натырил. Так, короче, хра здесь вот, копошиться. А что, тебе жалко, что ли? Может двигаться как-то? Ну давай двигаться. Ну, смотри, я двигаюсь, я двигаюсь. Да я тоже двигаюсь, здесь магазин. Ой, зря я, наверное, сказал это. А что он там спрятан такой весь?
Ну это их невидимо. Нычка. Продаются тут. Ой, что-то захапал. Так, ничего интересного. Это пистолет какой-то. Часики тикают, жестокая пушка. 18. Фу. Блин, какая. Револьвер неплохой. А ой, всего два. А он зато это со штыком. Со штыком? Ну смотри, видел, какой формы. Всего два патрона. Плюс 100 урон в рукопашной. Плюс 55% скорость перезарядки. Два патрона, короче, на быстро. 261 урон. Да ну, два патрона вообще ни в какую и никуда. Как мне кажется. Не, я не спорю, я тебе просто говорю, что забавная штука. В плане комбинации всего статов. Ну, возможно. А, куда идти-то? Надо посмотреть. А, ну нам обратно возвращаться. То есть через дорогу перейти, по сути. Сейчас я. Бам-бам-бам-бам. А, она какая-то не очень хорошая. У нее урон свой очень маленький. Ну я попробую ей, как она будет. Все-таки. Попробуй. Так, а ты куда ушел? Куда бежать? Я тебя жду здесь на машине. Угу. Интересно, игра не повиснет, если повиснет. Пытаюсь это сделать. Ну ты где там? Ой, ну вот, я застрял. Нельзя тебя одного оставить вообще. Чё да за фигня? Хе-хе. Чё, подтолкнуть? Да как ты меня подтолкнешь-то? Хочешь, я тебя подтолкну? Там целый ряд кабинок оставили, они не в это. Не обшаренными. Вижу, тут зеленым светится. И чё ты залезла? Как я должна толкать? Ну как, руками. Так, продолжаем. Нас немного отвлекли, заодно решили добежать уж до квестового Неписи. Тем более, что машина у меня там все равно застряла. И вылазить не хочет. Ну чё, сдаюсь я ему. Спасибо тебе. Думаю, ты понимаешь, почему человек не может убить собственного брата. Но наемник — это совсем другое дело. В любом случае, это начало новой эры. Скоро Джейнстаун будет известен как Тейлор Таун. То, о чем мы говорили. Ага. А, Джейнстаун, распространение слухов, Тейлор Кобб. Поговори с Эриком Франксом в Нью-Хевен. Ты лишил моего брата власти. Следующий шаг — собрать сторонников. Моя правая рука... Парень по имени Эрик Франкс. Разреши его в Нью Хевен. Ну, это потом. А дальше нецензурная лексика. Да? Да. Я не читал. Так. Там прям там написано ругательно. Ну, я не буду читать. Да, посмотрим, что дальше. Второй я новая религия. Квест так называется. Ну, в принципе, поблизости. Поехали на него. Я
Нет, пистолет тоже не нравится. В плане? Ну, без планов. Чуть-чуть получше выпадет за меню. Приказы не приходили к нам, может, не сказать. Коммерческая сеть не выказывает ни одной записи. Ее покупок или продаж. Типа, на что она живет вообще, существует? Типа, давно уже никаких поставок не было, и никаких данных о том, что она что-то покупала или продавала. Ага. Ну, это их закладка. Ну. Какая-то, типа, она... Что-то здесь не так. Да, то здесь где-то так. Здесь везде что-то не так. Больные. Психи. Безумные. Сюда? А, так это продолжение, видимо, того квеста. Я думаю, так быстрее будет. У машинки 55 тысяч счета всего. А, вылазим. Я не хочу взорваться. Не успела, не успела, не успела. Ты живая хоть? Да, почти. Я тоже почти. Ой. Добешивай. Попробуем. Хотя не уверен. Я тебя сейчас резу. Есть. Ой, я его добил. А почему он нас не трогал, странно? Заключил, что-то. Задумался, кого первого скушать. Ой, я аптечку случайно съела. Молодец. А у меня есть аптечки. Я купил себе. Немножко. А, что нам тут надо сделать-то? Ящик открыть. Да ладно. Это тебе надо, а не вообще в целом. А тебе не надо, вон, смотрю, ящики открывает, а? Надо. Ага. Вон, я вижу, что надо. Нам вниз. Машина взорвалась, да? Ну ладно. Пешком, значит. Ну да, взорвалась. Еще одно подозрительное место. А что там закрыто? А, открыто с той стороны. Открыто, открыто. Но здесь явно что-то не так. А, вон они, лезут уже. Кто лезет? Люди? Бандиты всякие, да. Кто кричит-то? Да вон они. Вот. А! О, брошюра падает. Ага. Сейчас умру, сейчас умру. Не, ну я, конечно, сам буду виноват. Умер. Ой! А чё же я ползу-то? Какие-то они неубиваемые. Сейчас я помру тоже. Нет, держись. Я тебя не успела поднять. Я, блин, ничего не вижу, я горю. Так, я жив. Резаю тебя. А, хрен, я мертв. Добьешь его? Очень на это надеюсь. Да, 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 давай, давай. Теперь меня бы резнуть. А чё я слакаю-то, блин? Я гранат могу кидать? О. А, граната. Да блин, вот бешеные. А, гады! Кого бы добить-то? Есть. А, я почти умер. Фу, добил. Еще и уровень взял. Так, есть. Фу. Фу! Экстремальная концовка.
концовка серии, хотел сказать. Тут этой аптечки. Там гопник. Ну, ты, я думаю, с ним доберешься. Не знаю, он какой-то злой. И неубиваемый. Да блин, псих. Нет, ты знаешь, он какой-то очень. Нормально, псих. Нормально, нормально сейчас. Ты горит. Есть. На, ну ладно. Ну вообще, фу. Да, у него щит хороший был. Еще тут магазины. Ну чего? О. Вай-вай-вай! Как это помяукало тот. Слышал, да? Нет. У меня просто сказала, давайте посмотрим, что мы получили. А у меня моё, моё, моё. О, листовки набрали. Так. Ага. Блин, сколько всего тут валяется? Да бегаю, собираю, 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 собираю. Деньги такие, причем россыпи. Какие они тут сердитые, это более, блин. Ага. А я еще такой борзый вылез прям на это. Посередине такой бегаю, маневрирую, крутой. Вот. Ну как-то не получилось, короче. Ладно, надо это идти, наверное, квест давать, да заканчивать серию. Здесь оставаться смысла нет. Все просмотрел с той стороны, да? Ну, да. Примерно. А, ну то есть я тогда пойдем в сторону магазина, я тогда сразу продам все. Там закончим между серией. А куда сдаваться-то вообще? А сдаваться вон туда. Мы здесь можем перепрыгнуть? Просто. Примеру. Хотя, наверное, разобьемся. Даже если сможем. Идти. Нет. Что, не получилось? Нет. Плохо. Ну да. Кстати, я уровень взял. Вот. Я, кстати, тоже взяла. Гранатчик. Ну, возьму еще. Плюс 5 гранат в минуту. Не знаю, по-моему, там нифига не плюс 5 гранат в минуту. Хотя сам навык мне нравится, он все-таки регенерирует гранаты. Хотя я не совсем понял, как он это делает. Как мы можем попасть по-быстренькому? По-быстренькому, наверное, никак. А, ну мы сейчас возвращаемся вот на эту точку. И все. А там аутпост будет. Туда можно вообще портнуться и сдаться. Хотя, в принципе, смысла особо нет. Продолжим потом, я так понимаю, дальше делать квесты здесь. Сдадим просто пачку уже. С другой стороны, они все разные стороны сдаются. Теперь какая-нибудь фигня выскочит. Не, не должна вроде. Ты там так дышишь мне в ухо прям. А ты кряхтишь. Когда прыгаешь? Ну, это когда прыгаю. Ой, и дышишь тоже. Мне нравится, как ты дышишь. Ты не слушай вообще. А, опять эти сейчас тараканы повылазят? Могут. А, ну и что мы, собственно, сюда бежали? Можно было... О, я повис. Прикольно. Где? Ну, просто вообще повис. В общем, на этой печальной ноте мы тогда и закончим серию. Да. Надеюсь, квест нам засчитается все-таки. Я тут вместо тебя попрыгаю. Так что я сейчас тоже выскочу. Оставайтесь с нами.
ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока. Всем счастливо.